Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Юлия Чеботарева, главный врач клиники Эстелаб. Сегодня мы поговорим с вами об очень важной теме – пигментация. Как ее лечить и что с ней делать и как с ней жить. На самом деле, очень многие пациенты, больше 60%, задумайтесь, это очень большая цифра, пациенты, которые старше 30 лет, обращаются в клинику с проблемой появления пигментных пятен. Как правило, это область скул, область щек, также может быть область шеи. И пигментация, вновь появившаяся, как правило, бывает либо после беременности, после кормления. Это один вид пигментации, так называемая маска беременных, хлоазма, по-другому ее еще называют. Она, как правило, проходит после беременности, окончания кормления. Связано ее появление, естественно, с гормональной перестройкой в организме женщины. И это нормально, но очень часто проблема пигментации связана с нарушением обмена железа. И во время беременности это также немаловажный фактор. Но очень многие вегетарианцы, либо кто недостаточно употребляет в пищу железо и не восполняет его пул в организме за счет других пищевых продуктов, либо отдельно подобранных витаминов и микроэлементов, те люди, как правило, рано или поздно начинают страдать пигментацией. Но пигментация может появиться еще и просто от неправильного ухода. Например, от совершенно бездумно подобранных кремов с ретиноидами, кремов с активными кислотами, которые повреждают базальную мембрану и раздражают меланоциты, клетки, которые вырабатывают меланин, которые начинают вырабатывать его больше и пропитывают не только поверхностные слои кожи, эпидермис, что в норме происходит при загаре, например, но и меланин может попасть под базальную мембрану и находиться в дерме. Это самый труднодоступный меланин, и такая глубокая пигментация нуждается уже совершенно в другом лечении. Если с поверхностной пигментацией мы справляемся при помощи лазерных процедур, и если дерматоскопом мы посмотрим на пигментное пятно, то, как правило, мы видим не только коричневый цвет, мы видим еще и расширенные сосуды. И первое, на что мы должны обратить внимание, это на восстановление баланса, на восстановление правильной жизнедеятельности всех слоев кожи, и эпидермиса, и дермы, а не начать немедленно агрессивно удалять пигментные пятна. Для этого мы используем космецевтические препараты. Это препараты с высоким содержанием активных средств, который может подобрать только грамотный врач-косметолог. Никогда не занимайтесь самолечением. Также инъекционные препараты на основе пептидов, гиалуроновой кислоты. И потом уже приступать к лечению лазерами. Импульсный лазер на красителях – это лазерный прибор выбора. Это методика, с которой мы начинаем лечить пигментацию. Она входит в международные стандарты по лечению пигментации. И, как правило, мы сочетаем ее с плазмотерапией в одну процедуру. Сразу после процедуры на этом лазере мы делаем плазмотерапию и очень часто наносим специальные препараты с плацентой, которые также и осветляют уже имеющуюся пигментацию и держат в узде меланоциты и предотвращают появление новой пигментации. И потом, когда мы справились с сосудистым компонентом, мы работаем на приборе для фототерапии. И Palomar Icon – это прибор, который имеет сразу несколько длинных волн, направленных для лечения пигментации. И он, к тому же, еще и стимулирует выработку нового коллагена, помимо того, что разрушает меланин, который в избытке выработан меланоцитами. Но для того, чтобы
данный полученный результат сохранялся очень надолго, мы должны поддерживать это при помощи пептидных препаратов, биоревитализантов, которые действуют как ингибиторы меланогенеза, то есть тормозят действие меланоцитов. И плюс постоянное использование сывороток, косметических препаратов. И, естественно, в нашей стране, к сожалению, только сейчас появляется у женщин, у мужчин, кстати, тоже, культура использования солнцезащитного крема. Мы пользуемся им не только на пляже, а любой выход на улицу не должен быть без защиты. И даже в пасмурный день, и даже когда идет дождь. Для многих открытием является то, что люминесцентные лампы и излучение компьютера также может воздействовать на меланоциты стимулирующим образом. Поэтому будьте добры, обязательно защищайтесь фотозащитными кремами. Это очень важно для здоровья вашей кожи. По поводу того, в какое время года нужно делать процедуры, это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов. Ну, на самом деле, мы с вами живем в России, и у нас есть ярко выраженные сезоны. У нас есть лето, зима, осень, весна. А что же делать людям, которые живут, например, в Лос-Анджелесе или в Израиле? У них все время лето и все время солнечный период. И пигментация у них не меньше, чем у наших женщин. Естественно, мы можем делать это и летом. И наша клиника не прекращает свою работу с этими процедурами в летний период. Но есть определенные особенности, то есть на предотвращение появления новой пигментации именно в эти сезоны нужно обратить особое внимание, и без подготовки, и без последующего ухода эти процедуры в солнечный период времени делать запрещено. С вами была Юлия Чеботарева, главный врач клиники Estelab. Жду вас в нашей рубрике «Красота», и в следующий раз мы будем говорить о расширенных сосудах.